суфиев существует легенда. Некогда один мудрец предсказал, что придет день, когда вся вода в мире, кроме той, что будет специально собрана, пропадет. Затем на смену ей придет другая вода, но каждый, кто будет пить ее, сойдет с ума. Лишь один человек воспринял пророчество всерьез и начал делать запасы воды. Но наступил предсказанный день, и опустели все водоемы. А тот, кто послушался мудреца, пил воду из своих запасов. А затем водоемы и колодцы вновь наполнились водой. И люди жадно пили эту воду, и все как один сошли с ума. Но тот, кто послушался мудреца, по-прежнему пил воду только из своих запасов и сохранил разум. И остался он единственным разумным среди безумцев, и поэтому безумным назвали его. И тогда он вылил на землю свои запасы настоящей старой воды, и выпил он воды новой, и лишился разума. И безумцы решили, что он обрел разум.